Здорово, ребята! Если вы зашли на это видео, то вы 100% играете в игру Dead by Daylight, и, возможно, ее очень-очень любите. Поэтому я решила сделать небольшую викторину, с помощью которой вы можете проверить ваш уровень знаний этой игры. Правила просты. Если вы отвечаете на один вопрос правильно, то вы получаете 1 балл. Всего вопросов будет 10. Пользоваться интернетом, конечно же, я вам не советую, потому что так вы точно не узнаете свой уровень знаний. Итак, начнем. Первый вопрос. Сколько всего тотемов спавнится на карте? А. 3. Б. 6. И В. 5. Правильным ответом будет вариант В. 5. Если ты ответил правильно, то засчитывай себе 1 балл. Второй вопрос. В каком году появилась игра Dead by Daylight? А. 2017 год. Б. 2016. И В. 2019 год. Правильный ответ Б. В 2016 году. Итак, третий вопрос. Кому принадлежит перк «Одолженное время»? А. Мэг Томас. Б. Уильям Овербек. И В. Адам Фрэнсис. Правильный ответ – вариант Б. Уильям Овербек. Если ты ответил правильно на эти три вопроса, то у тебя уже 3 балла. Отлично, продолжаем. Четвертый вопрос. Кто из маньяков имеет способность скачок? А. Деревенщина. Б. Охотница. И В. Медсестра. Правильным ответом будет вариант В. Медсестра. Пятый вопрос. Сколько красных огней расположено на рубильнике, который открывает ворота? Вариант А. 4 огня. Б. 3. В. 2. Правильный ответ – вариант Б. 3. Шестой вопрос. Какой из навыков является обучающим у чумы? А. Железная дева. Б. Темная преданность. В. Розыгрыш. Правильный ответ – вариант Б. Темная преданность. Окей, идем дальше. Седьмой вопрос. Какая локация была добавлена в игру с выходом главы номер 7 «Пила»? А. Ормонд. Б. Мясокомбинат Гидеон. В. Гнилое болото. Правильный ответ – вариант Б. Мясокомбинат Гидеон. Наша любимая карта. Отлично, идем дальше. Вопрос номер 8. Какой из предметов одежды принадлежит Фэнг Мин? А. Растрепанный пучок. Б. Чудесная маска. В. Парик Мацури. Правильным ответом здесь будет вариант Б. Чудесная маска. Итак, предпоследний вопрос. Чем же может кидаться охотница? Вариант А. Ножами. Вариант Б. Тоником. И вариант В. Топориками. Правильным ответом здесь будет вариант В. Топориками. Итак, сейчас будет последний вопрос. Какая локация была добавлена в игру с выходом главы номер 10? Тьма среди нас. А. Ормонд. Б. Ферма Колдвинд. И В. Хэдденфилд. Правильным ответом здесь, конечно же, будет вариант А. Ормонд. Ну что ж, на этом вопросы закончились, ты большой молодец. Теперь давайте вместе посмотрим, сколько же у тебя правильных ответов. И узнаем, кто где разместился на таблице достижений. Обязательно скидывайте это видео своим друзьям, чтобы они тоже проверили свой уровень знаний. Ну а своими результатами делимся в комментариях. Всем удачи и пока-пока!